Красные и зеленые в эти цвета оделся едва ли не весь Минусинск. Город с размахом празднует День помидора. Томаты здесь повсюду, на прилавках, рисунках и костюмах. В этот раз торжества растянулись на 2 дня. Еще бы, дата знаменательная. Традиции выбирать томатных чемпионов в этом году исполнилось 15 лет. И к этому мини-юбилею участники начали готовиться заранее. А я уже, скорее всего, уже 12 лет я участвую. И я еще без подарка никогда не оставался. Всегда выигрывал. И холодильники, и телевизоры, и пылесос, и микроволновую печку. Кроме машины я все выигрывал. И у меня единственная цель, что вы понимаете, у меня машина есть, ну, наверное, вот хочется выиграть. До праздника специальная комиссия несколько недель отбирала овощи, которые могли бы побороться за чемпионский титул. Вес помидора должен быть не меньше 1 кг 300 г, а сам плод без внешних повреждений. Все претенденты хранятся отдельно, широкой публике их показывают только в день праздника и сразу же объявляют победителя. Диплом победителя конкурса «Минусинский чемпион 2018». Документы, ключ от автомобиля вручается Терекову Александру Петровичу! Александр Терехов вырастил помидор весом 1648 граммов. Посадили овощ, как обычно, никаких особых удобрений не использовали. Результат мужчина считает настоящим чудом. А вот история появления томата-победителя довольно грустная. Вы понимаете, весной она посадила, Людмила Валентиновна, как говорится, жена, мама, бабушка. Семечко выросло в рассаду, мы ее посадили в тепличку. Больше я никого не допускал, это занимался чисто я. Но она непосредственно приняла такое участие и очень хотела в будущем году участвовать в этом конкурсе. И преждевременно она ушла из жизни, вот ровно месяц назад, 17 числа, месяц был, как она ушла из жизни. И в память о ней мы решили, наша семья решила поучаствовать. Каждый год вес томатов рекордсменов разный. В 2015-м победил помидор массой 1600 граммов, в 2017-м уже 1800. Но абсолютный максимум был установлен в 2011 году. Первое место тогда занял 2-килограммовый гигант. С тех пор превзойти этот результат никому не удалось. Сергей Сеславин, Енисей, Новости.